Елена Казанцева. «Особенный друг», читает Павел Беседин. Бывает, что накажут справедливо, и виноват, и сделал некрасиво. Но так прелестно, милое дитя, что мы его жалеем, не шутя. А на картине друг его чудесней, вину с хозяйкой разделяет честно, и видно, никуда не убежит. Он очень этой дружбой дорожит. Шикарный Коля в чудном интерьере. Вот друг не понарошку, в самом деле, конечно, в жизни всем нужны друзья. Но милым крошкам жить без них нельзя.